Теперь мы в Северном речном порту столицы. 12 областей Российской Федерации обслуживает сегодня коллектив Московского пароходства. Днем и ночью отправляются и подходят к причалам десятки современных теплоходов, дизель-электроходов, мощных буксиров и грузовых судов. Каждая пятая тонна перерабатываемых речниками грузов приходится на Московское пароходство. Впрочем, и каждый пятый пассажир, путешествующий на комфортабельных судах, обязательно побывает здесь. Отсюда начинаются туристические маршруты в Астрахань, Ленинград, Ростов-на-Дону, Уфу, Пермь. 20 миллионов пассажиров, 50 миллионов тонн грузов в год – вот что такое сегодня Московское речное пароходство. В этом году поступили новые четырехпалубные теплоходы «Лев Толстой», «Феликс Дзержинский», которые будут работать на линии Москва-Астрахань, Москва-Ленинград. Для перевозки на пригородных линиях используются новые также суда. Это глиссирующие теплоходы «Заря», «Зорница», которые имеют скорость около 50 км в час. Наш праздник, праздник моряков и речников, совпадает, когда начинается массовый отдых трудящихся. Для перевозки пассажиров Московское речное пароходство и министерство в целом получает новый флот.